Это безжизненный Марс. Но ненадолго, ведь я поручил ребятам добавить сюда жизни. То есть они за 2 часа превратят эту красную планету в нечто лучшее. Но сначала традиционный салют. Все. Прошел уже целый час, и за этот час они успели построить настоящий марсоход, колонизировать Марс и много чего еще. Что в этой огромной черной коробке, мне очень интересно. Я попал на Марс. Где звезды, Земля, ну ладно. Изучение народов, ухо обнаружено. Что это за курица ходячая на колесиках? Это марсоход обыкновенный, способный ничего не делать и только лишь смотреть. Йогурт, я такую инопланетную курицу еще не видел. Да ну, какая ладно. Курица? Это марсоход, это камера у него такая. Это вот. Смотри, это марсоход под названием курица. Да, чем она похожа на курицу? У него даже клюва нету. Нет. Здравствуй, страшный марсианин с одним глазом. Я Сик. А тут у нас есть Зэг. Он прилетел на вот такой вот ракете. Да, уж даже моя ракета была лучше, наверное. Ну, это специальная ракета для Зэгов. Зэги не умеют строить ракеты, все понятно. Ну, в общем, он прилетел, у него такой вот скафандр, и он здесь просто смотрит туда, на эту курицу. Получается, внеземная раса. Ой, зэги прилетели на Марс и тут изучают этих летающих куриц, а эта летающая курица изучает зэгов. Это обыкновенный марсоход для изучения ухудших. А, я вижу, он себе уже построил домик, у него тут даже кроватка. Интересно, как он здесь спит? Ночью такой в скафандре, стекляшка. А где сами инопришельцы? Мы строим эту жизнь на Марсе. Я вас попросил сделать жизнь на Марсе, а вы сделали просто Марс с кристаллами. Да, интересные кристаллы такие. Надо жизнь, Дейна. А может, они в этих дырках? Да что такое жить? Это что за яма здесь? Может, там жизнь? Это совсем не смешно. Чем ты меня куда-то запустил вниз? Я сейчас тебе покажу, какая должна быть жизнь на Марсе. Смотри. Курица, смотри сюда. Сейчас я вам покажу, какой должна быть жизнь на Марсе. Смотрите, бам. Это маленькие йоды, которые у синего костра. Ссылка на Майнкрафт 1.16.5. Чего? Ладно, пойдемте дальше. А вот и тот самый Марс, на котором есть эти купола. Стоп, я же просил построить жизнь на Марсе, а не колонизировать Марс. Мне кажется, это отсылка к будущему видео 100 дней хардкор выживания в космосе. Я вдохновлялся твоим видео по Майнкрафту, где-то выживал на Луне. Да, ну только у меня там 100 раз хуже было, ну ладно. Ракета зачетная, сразу видно, прям профессиональная вообще. Квадратная, да. Смотрим, что там у тебя там внутри есть. Вот вход. И внутри здесь никакого освещения. Все очень как-то странно. Просто все. Зато здесь деревья растут. Кстати, смотри, почему на деревьях тут какие-то гвозди забиты в доски? Мне кажется, это просто обман. А листва из бетона, это вообще все. Я ухожу отсюда. Это ловушка пришельцев. Они специально сделали бетонные деревья. Тут мы типа такие заходим, ура, воздух. Потом все, конец. Ну вот знаешь, ты такой заходишь? Вот, видишь, такая база хорошая. Видишь, деревья. О, можно дышать. Снимаешь скафандр и задыхаешься. Понятно. Хотелось бы еще увидеть этих скамеров. Что-то мне кажется, что никто не построил пришельцев. Это очень обидно. Может, ты пришелец? Может быть. Это все, конечно, классно, Агуша, но у меня к тебе есть одно самое главное замечание. Даже 2. Первое. Опять-таки нет никаких пришельцев. А второе, это то, что здесь наверху просто обычное небо с земли. Где звезды? Где... Это будет все. А так норм. Хотя мне кажется, как будто просто кусок Марса отвалился и упал на землю, такой здесь лежит. А здесь уже настоящая марсианская это жизнь, промышленность. Ой-ой-ой, какие-то здесь очень много лазерных пушек. Ну, типа, они сбивают метеориты. Кого они сбивают? Метеориты. А где звезды? Ну, пока что нет. Как это? Нет. Звезды, которые появились 13 миллиардов лет назад. Не сладко же живется этим марсианам. По такой улице даже я один пройти не могу. Собой, это что за машина здесь? Как будто с Земли. А, это та самая машина, которая в космосе улетела, и потом... Да. И еще здесь есть огромные марсианские горы, в которых есть тоннели для поездов. Если это выглядит как просто переделанная Земля под Марс. Полетели наверх. А сверху здесь... Это летающие машины? Это специальные VIP-домики в космосе. Типа можешь жить в небе, если хочешь. Нет, это грузовые звезды. Нет. Так, у тебя здесь вообще ничего нет. Где все? А, портал.
Я на настоящем Марсе, что ли? А все, что ли? Это все, что ты сделал? Прошел целый час, а ты просто песок наложил? Это сложно, пока что да. Никаких признаков жизни, цивилизации, просто песок без жизни. Сейчас все будет. Ладно. Ой, что это? О, я пришельца здесь нашел, смотри. Красная голова какая-то. Привет. Я к нему на голову залез. Ууу, полетели. Ой, не полетели. Ладно, падаем. Скам пришельцев. Меня вернули на землю. Бам. Ой, деревянный Марс, что? А, нет, надо идти туда. Что-то это очень странно выглядит. В этом Марсе есть вода. Ну, ты мне попросил сделать жизнь на Марсе, да? Я решил растопить воду, если, ну, лед. Растопить воду и получить лед, клево. У меня очень интересный вопрос, можно задать? Ну. Я совсем ничего не говорю про то, что здесь вода на Марсе растоплена. Хотя там был сухой лед, который совсем сухой. Хотя ну, ты хотел каких-то инопришленцев, вот я тебе сделал хоть какую-то на них отсылочку. Так, теперь смотри. Второе. Как они сделали плод из дерева, из дуба, который растет только на земле? Можно вопрос? Можно ты будешь задавать мне эти все вопросы, когда я все дострою? А, ну ладно. Ну, вообще-то я делаю в такой тематике, потому что я хочу шестую Антарктиду, потом это все в снег перекрашу. Чего? Ладно, это мы вырежем. Это мы точно вырежем. Ладно, я покидаю деревянный Марс. Странный очень. Кстати, ты хочешь звездочку? Какую звездочку? Ну, звезды. Да. Зайди в настройки и дальше включи выключенный небо свет. Я сделал, как ты сказал, теперь здесь видно звезды. Ну, каким-то образом здесь видно Луну, а не видно Землю. Хотя Земля больше Луны, по идее. А ты чё, Пифагор? А в чем тут Пифагор, я тоже не знаю. Знаешь, что я знаю? Я тоже знаю. Нам нужно как можно скорее взорвать эту красную кнопку подписаться. Времени осталось очень мало, так что вам нужно очень поспешить время. Время вышло. Йогурт. Что? Сейчас, как ты видишь, мы находимся на земле, да? Видишь? Да, на земле. Вон там, вдалеке, рядышком где-то видно Марс, но его не видно, понял? Ага, а вот еще кроватка. Я спать. Ну и ладно, я пошел на Марс. Раз, два, три. Фу-вью, и я на Марсе. Это крутой монтаж. Да ладно, это даже не монтаж, это реальность. Прыгни сюда. Да. Так, это твой марсоход, да? Ой. Сразу понятно, что твой, только твой так умеет. Вау, здесь звезды, кристаллы, песок. И в общем, что? Марсианин, ух. Что-то он слишком большой по сравнению со мной. И почему он зеленый? Он что, огурец? Марсиане, отзовитесь, марсиане, отзовитесь. Марс. Кажись, я заразился марсианской болезнью. Дай сыра. Какой сыр? Здесь приземлилась ракета со мной, наверное. Она упала. Да. Это клевая гостиница на Марсе. Бесплатная. О, здесь можно прилечь. Йогурт, ты спи, а я пойду смотреть. Давай. Твоя задача спать. И не издавать звуков. Ладно, да, йогурт. Можешь потише храпеть, пожалуйста? Я пытаюсь. Ладно, йогурт меня никогда в жизни так не бесил. А я разве тебя бесил? Ладно. Все, я устал. Я устал уставать. Йогурт устал уставать. О, вот это да, это какая-то машина инопланетяне. Это марсианская машина по сбору марсианских камней. Дашь один? Ладно. О, это кто такие? Волосатая картошка. А это морковка. Чё, стоп, а это редиска, что ли? А это... А это тогда какой-то неизвестный фрукт с моей кепкой. Да уж. Он украл кепку твою. Огурец с кепкой. Ладно. И тут есть какие-то ледяные кристаллы. Кажись, это эти, как их там, как эти кометы. Ну, еще тут какой-то странный марсианский этот... Птица, короче, ходит и все. Как его зовут? Его зовут марсоход 228-028-33-33-33-37-09-99. Это его порядочный номер испытаний, а так он просто марсоход. В общем, курица. Сам ты курица, он адекватный. Где дай он порулить, дай порулить. Ой, что я наделал? Так, все, я поехал. Марсоход заводится и не едет. Все. Ай! Ой-ой-ой. Можно... Что происходит? Марс переворачивается. Что в этом мире происходит? О, ты меня взял. Ура, тащи меня. Почему мы опять на земле? Йогурт.
Что это там такое? Кажись, это марсианин прилетел с Марса, чтобы отомстить. Я не дам вам знать ничего о Марсе, я вас всех уничтожу. Что-то такое он должен был сказать. В общем, короче, Йогурт, давай сбегаем, как на твоей курице летать? Давай, скорее. Да какая курица? Вот это скорость. Вот это да, скорость жесткая. Ай, он у нас заехал, все, короче, конец этого видео не будет, никто не узнает о марсианах всю правду. Да ладно. В общем, короче, здесь все очень красиво, и я ставлю 9 из 10. На этом Марсе 45 очков из 60. Йогурт, возможно, именно тебя со твоим другом мы отправим в космос. Ура! Да что ты радуешься? Это вообще-то наказание. Хочу в космос! Хочу в космос! И мои друзья никогда не были в космосе. Я хочу быть первым Йогуртом в космосе. Что, опять черный квадрат? Серьезно? Черный квадрат. Ладно, давай я захожу. Опа, мы снова на Марсе. Здесь клевая ракета. Мне кажется, она из того видео, да? Да, я вдохновлялся твоим видео и строил это. Я тут пришельцев что-то не вижу. Пришельцев съели. А, и кажись, тут построили домики люди. Тут много кратеров от метеоритов всяких. Тут всяких много йогуртов, которые бродят. Вот, видишь, вот это, вот видишь, вот это я на пришелец. Ну что, пригласишь меня внутрь своей базы, там, чай попить? Пройдемте внутрь нашей базы. О, здесь какая-то герметичная коробка, пружина. Это коробка для исследования марсианского грунта, потому что Марс весь не исследован, и когда находят новые ископаемые, они вот туда помещают и рассматривают их. Как я понял, они ничего не находят. Ну, ладно, пойдем сюда. Это вода. Вода — это супер-дупер насос, который качает воду. Это, короче, этот, кометы прилетали, появлялся лед изо льда. Вот это вода, да? Интересно, а марсианская вода стоит дороже обычной воды? Хотя, по идее, это обычная вода, но... Мне кажется, стоит. Ладно, пойдем. Хотя бы за то, что она побывала на Марсе. Потом ее выпьешь и станешь марсианином. Да, вот тут вот у нас ботанический сад, который создает воздух в наших куполах. Это деревья, которые произведены с земли. Почему их стволы какие-то разрубленные, без корочки и вообще с гвоздями? Это поддержка, это не гвозди, это всякие дырочки от этих. Видишь, вот этого зэга? Он садовник, и он изучает, как себя ведут деревья на Марсе. Да уж, очень интересно, он изучает, что-то тут сверху происходит, все мелькает. Ладно, пойдем на улицу, мне тут душно. Стоп, а как мы без скафандра ходим без воздуха? Ну, Йогурт, понятно, он какой-то там инопришеленец. Ладно, полетели на Землю, с меня хватит этих Марсов. Все безопасно, я проверял. Ой-ой-ой. Ой. Инопришеленцы атакуют меня веревками. Раз, два, три. Домой хочу, давай. Да, запуск. А, топ. Бывает. Так, все. Полетели, пока, хочу Йогурт. Помахай нам, помахай. Ой, пока. Пока. Ну, мы улетаем. Тот пришелец. Куда ты улетаешь с Земли? Давай вниз. Только не туда, давай в воду. Дневник. Бах, все. Начинаю вести бортовой дневник. Первый день, все нормально. Растения нормально. Умираем, помогите. Бортовой дневник. День номер один, продолжение. Секунда следующая. Ничего не изменилось. Меня в каком-то лесу забыли. Помогите нам. О, тут ракета. Кажется, она уже не работает. Теперь я буду записывать 100 дней выживания на ракете. Лечу к тебе, ух. Ой-ой-ой, надо улетать на Марс срочно. В следующий Марс. Здесь 51 очко, и это больше, чем у Йогурта. Так что... Я не буду лететь в космос, ура. Ура, а я, наверное, полечу. Я хочу в космос. Поставьте всем высший балл. Я буду всем ставить 10, чтобы я оказался в космосе. Приветствую вас. Это будет туристическое посещение Марса. Но вам нужно одеть скафандры. А, стоп, да. У меня же есть скафандр. Очень древний, подождите. Мне вот это. Я готов. Я готов летать в космос. Ну, птичка и без воздуха может. Ой-ой-ой. Жестко одел костюм. Так, молодец. Ему явно нужна помощь. Да все, он в скафандре. Он готов. Залазим в летающий корабль. Ну, в общем, космический корабль. Давай, все, мы готовы.
полетели. Ой, что, полетели? Туда идите. Нас обманывают, мы просто заходим в дверь и оказываемся на Марсе. Все, мы на Марсе. Это кто такие? За исследователи. Что-то они какие-то страшные. На пришельцев похожи. О, смотрите, это Марсоход. Он камушки собирает. Ну ладно, пойдемте. Какой-то камушек. Йогурт, смотри, что там. Что это? Особо это... Он съел нашего друга. Нет, все страшно. Ребят, сюда скорее. Что делать, когда съедают вашего друга у вас на глазах? Ты кто такой? Стоять. Стоять? Стою. Ой. Сдаюсь. Что? Куда идти? Руки вверх. За мной пошли. Ах, ты ж обманщик. Ты, значит, нас завел на корабль, а теперь хочешь нас... Короче, ты инопришеленец. Ладно, я иду. А тем ребятам вообще без разницы. Такие стоят, смотрят, наверное, они тоже... Пойдите отсюда. Это моя планета. Ладно, давайте улетаем, все, мы уходим. Он негодяй. Да у него лазерная пушка, еще тут куча инопланетян, которые ему помогают. Давайте уходим. Ух ты, эпичнее! У тебя же броня есть замечательная. Ты его можешь своей ультра-мега-пушкой. Она из пластика, из подсветки. Ты что, она эпичная? Ию, все, мы на земле. Все-таки можно мы останемся здесь? Мы точно не будем тут искать нефть. Под моим присмотром. Ладно. Вернуться. Спустя 150 тысяч лет мы исследовали Марс и поняли, что тут ничего нет, и возвращаемся на Землю. Ну и ставим все 10, да. Здесь просто 59 очков, ничего интересного. Ой, зачем ты меня подбирал? Интересно, здесь 250 тысяч, что отратило. Ребята, не летайте на Марс ни в коем случае, здесь всех людей уничтожают. У йогурта меньше всего. И поэтому ты, йогурт, полетишь в космос. Я буду первым йогуртом в космосе. Нет, уже был йогурт в космосе, ты опоздал. А сколько было йогуртов? Не знаю, может, не было. Если уже был, значит, я буду вторым йогуртом. Я все равно буду вспоминать. Короче, йогурт. И давай в космос. Где я? Кто? Ой, Има. Космос! Космос! Хочу в космос. Ух, куда ты меня отправил? Меня здесь нет, я просто камера. Давай, иди, тебе надо выполнять тут задание. Какое задание? Что здесь? Сколько здесь лет этой станции? Чпау-пау, чпа-па-па-па-пау, чпа-па-па-па-пау. Погоди, мне тоже надо выжить-то. А чё? В смысле я умер? В смысле? Это серьезно. Молодец. На этом все, короче, ставим лайки, подписываемся на канал и все, вон там крутой ролик. 250 тысяч тонн лайков и... Да, пока. И ух, вернет йогурта.